Сегодня в программе. Команда пытается выполнить один из сложнейших проектов Леонардо. Постройте танк, который спроектировал Леонардо да Винчи. Он должен был стрелять из множества пушек во всевозможных направлениях. Он большой. И колесо да Винчи требует модернизации. Я нашел неточность, думаю, да Винчи придумал удивительный механизм для танка. Это не срабатывает. Должно сработать, я говорю тебе. Нет. Инструменты начинают ломаться и сдают нервы. Ты сломал полотно? Он движется. Сможет ли бронированная машина да Винчи сойти со страниц прошлого? Готово? Запускаем. Смотрите. Леонардо да Винчи. Человек эпохи Возрождения. Ученый, художник, создатель военной техники. Его революционные проекты были способны нанести необычные...